Мое отношение к книгам, оно долго не складывалось. Я никогда не любил читать. Никогда. Я понимал, что это не мое, что это скучно, нудно, это противно. А мне всегда нравилось живое общение. Всегда. Если я выходил на улицу и поговорить с ребятами хоть о чем-то, с девушками, или познать жизнь на реальном опыте, я гораздо больше понимал, чем в книгах. В книгах это все как-то абстрактно, очень как-то фантазийно. И это те слова, которые я никогда не мог перенести на свою жизнь. Никогда. Поэтому я не читал. Я говорю, я букварь, по-моему, так может быть и не весь. Вот. Я читал книгу, когда модно было в 15 лет качаться, я по бодибилдингу прочитал. И до того, как я написал книгу, еще какие-то книги, я любил их покупать. Мне нравилось открыть книгу, осознавать того, что а я это уже так или иначе на своем опыте прожил и понял. Она красивая, она мне нравится, как там написано, еще что-то. Книги я начал для себя открывать после того, как я написал книгу. Я считаю, что не должно быть каких-то рамок и предубеждений даже по отношению к книг. Если ты читаешь их и тебе нравится их взахлёб читать, то читай. Читай. Не нужно себя ограничивать, не нужно и отказом от книг сажать себя в скорлупу. Нет, ни в коем случае. Но твоя жизнь, она в реальности. Она не в придуманных мирах, не в твоих мыслях. Нет, она в чувствах и переживаниях в жизни. И поэтому очень важно именно жить. Если тебе в какой-то момент нравится, сесть и открыть книжку и ее читать. То не нужно полностью закрыться дома и на всю жизнь просто от романа к роману переходить. Может быть, стоит выйти на улицу и создать свой роман. И это будет самой лучшей книгой. Когда ты на своих чувствах и переживаниях испытаешь опыт любви, опыт реального влечения и общения. Вот оно начинается. Вот этот роман. Вот это роман самого великого автора, Бога. Понимаешь? Если ты хочешь поиграть в героя, так спаси ребенка. Или вступи за девушку. Понимаешь? Вот он начался, детектив и боевик. Понимаешь? Реальная жизнь. Я даже в своей книге в конце написал, что ни одна книга, даже моя, я ее не пиарю ни в коем случае, даже моя не поможет вам. Не поможет вам в жизни. Никак она ее не изменит. Только реальная практика в жизни. Если каждый человек, прочитавший мою книгу, просто скажет, ну, что клевая книжка, его жизнь не изменится. Если он начнет те практики, которые есть в этой книге, применять в жизни, все, вот он начинается. Понимаешь? Вот она жизнь начинается. Вот он запустился процесс. Вот жизнь начинает меняться.